Геральт? Меня вызвал Родовит. Он хочет, чтобы я нашел Филиппу. Он не только жесток, но и наивен. Опасная смесь. Он действительно думал, что ты станешь ему помогать? Я согласился. Почему? Скажем так, мне интересно, что с ней случилось. Я бы не хотел, чтобы риданцы путались у меня под ногами. Смотри, это я нашел в убежище Филиппы. Кристалл мегаскопа? Проклятие, он треснул. Но не окончательно. Франциска тоже колеблется. Они с Идой не хотят принимать решение вслепую. Они перестанут колебаться, как только мы увидим Кейру и Фрингилью. Фрингилья с нами. Она закончит дела в Нильфгаарде и присоединится к нам. Чудесно. Остается Кейра. Проблема в том, что я понятия не имею, где она. Что с Трис и Йеннифер? Йеннифер никогда не входила в ложу. А Трис... Посмотрим. Я восстановлю зрение и выберусь в Новиград к Артуру в Лейстеру. Говорят, и Трис где-то там. Ты все о том же. Прости меня, Филь, но в одиночку ты никогда не восстановишь глаза. Вильгефорд смог. Я использую тот же метод. Выращиваю ткани на драгоценных камнях. Это безумие. Нужно... Или... Твой... Опасность. Все. Больше ничего не восстановишь. Я не ослышался, они упоминали ложу? Да, потом Филиппа говорила насчет регенерации зрения. Маргарита упомянула Иду и Франциску, потом Кейру и Фрингилью. Я не сомневаюсь, что Филиппа собралась возродить ложу чародеек. Насчет Трис они сомневались, а тебя отбросили сразу. Я бы в любом случае отказалась. Филиппа считает, что только ложа может позаботиться о чародеях. Я же предпочитаю действовать в одиночку. Кроме того, сейчас неподходящее время. Возрождение ложи приведет в ярость и Родовида, и Императора. В их борьбе за влияние наступил решающий момент. И новому игроку они не обрадуются. Думаешь, Филиппе это удалось? Она восстановила зрение? Это очень трудно, но возможно. Как я поняла, она собиралась имплантировать ткани, выращенные на драгоценных камнях. До сих пор это удавалось только Вильгефорцу. Если у нее получится, ну, ее можно будет поздравить. Я вот думаю, что делать с кристаллом? Он не должен попасть в руки Родовида. Ни в коем случае. Лучше оставь его у меня. Ты права. У тебя он будет в безопасности.